Нет, ну ладно бы тот факт, что нарушения приводят к авариям, держали в секрете. Так ведь профилактические призывы от ГИБДД звучат уже чуть ли не из утюга. Да что там, и сами водители видят аварии, обсуждают задир на дороге и продолжают в системе нарушать. Красноармейская площадь. Водитель выезжает за ступлинию, перемещается в другую полосу и встает, как ни в чем не бывало. Вы выехали из одного ряда, вдруг перестроились куда-то в другой ряд непонятный. Но если вы понимаете, еще раз, что не успеваете, соответственно, остановились, и все хорошо, дожидайтесь следующего сигнала светофора. А сейчас, внимание, мастер-класс по вождению покажет инструктор. Вот так лихо на перекрестке едет не с той полосы, и ничего, что прямо ему двигаться запрещено, и плевать, что мог совершить ДТП. Шевролет Чити, вправо принимаем, останавливаемся. Причины такого маневра оказались до неприличия банальны. Торопился, говорит водитель. Как сами-то считаете, хорошо поступаете, нет? Торопился, так-то не делаю я так. Вот так делать не надо. Потому что кто-то перестроится, примет левее, и вы окажетесь уже под трамваем. Ну вот как-то так. А потом водитель вдруг откровенничает, признается, вождению обучают людей. Я сам-то инструктор. Инструктор? Вообще, вы меня сегодня шокируете, Сергей Александрович. Очень сильно обречен. Следующий перекресток и опять непонятные маневры. Водитель «Газели» выкатывается на середину пересечения. И ключевой здесь вопрос, который задает инспектору. А что я нарушил? Что вы нарушили? Вы выехали за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора практически на сам перекресток. Оправдание? Так ведь людей пропускал, для которых стрелка направо загорелась. Они же сигналили. Нет, пропускать вы никого не должны. У вас загорается зеленый сигнал в вашем направлении. Вы спокойно начинаете свое движение. А выезжать на перекресток в такой ситуации вам нельзя. А это уже пересечение Гоголя-Первомайская. И опять на глазах инспекторов водитель выезжает на запрещающий сигнал. А тем временем свое движение начали пешеходы. Что за нетерпеж, что у вас такой? Пешеходам по ногам-то почему проезжаете? Красный сигнал. Патрульная машина стоит, уже остановилась. Вы дальше двигаетесь. Пешеходы начали свое движение. Не знаю, у рассвета не вы это были. Другой, наверное, какой-то Volkswagen Tiguan с номером 701. С начала года по причине выезда на красный сигнал светофора произошло 7 аварий, в которых пострадали 12 человек. Около 400 протоколов выписали инспекторы ГИБДД за такое нарушение. Ольга Соловьева, Егор Плюснин, новости.